Вот в этом селе было где-то 650 домов. Когда-то? Да. Офигеть. 1600 населения. И куда же они все делись, эти дома-то? Все кончилось. Ну, раньше дома были вот так вот, вплотную же были. У меня родители говорят, что с горк на санках, с крыш на санках катались. Ну, они маленькие, снег больше был, заваливал ее. Речка была больше. Итак, друзья, сегодня у нас очередная заброшенная русская деревня в глубинке Пензенской области. Деревня не полностью заброшенная, есть еще несколько жилых домов. Если нам повезет, может быть, пообщаемся с местными жителями. Какая красота! Так, вот один дом. Вот здесь еще один дом. Зайти получится, не знаю. Замок. Закрыто. А, вон там еще один домик. Ну, в сарай, наверное, даже не получится зайти, потому что он просел. Двери, соответственно, тоже сели. Можно попробовать вот в этот дом зайти, если не закрыто. А вот там у нас, походу, банька. Вот. Сейчас свет включу. Ну, все как обычно. Полы уже сняли.
такой вот домик. Здесь тоже какое-то помещение было, комната, но потолок уже обрушился. Сейчас хочу пройти вот до той бани. Если получится. Это у нас, наверное, была баня по-черному, потому что внутри все черное, все в саже. Ну да, и даже нет этого, ну, трубы. Вот бак, где была вода, печка. Вот когда-то здесь люди мылись. Кстати, еще в нормальном состоянии. Я видел и похуже. Видите, еще веники, совок остался. Вот. Дровишки. А может быть, сюда кто-то еще и ходит, кстати. Не знаю. А вот здесь какое-то болото. Прям видно. Так, давайте закроем обратно. Так, вот в этом доме мы уже побывали. В этот дом, к сожалению, не получается попасть. Сейчас вот попробуем дойти вот до того дома. Друзья, все те, кто подписан на мой канал, кто просто любит смотреть меня и неравнодушен к моему творчеству, каждый из вас может помочь в дальнейшем развитии канала. Я думаю, что многие прекрасно знают, что монетизации в России сейчас нет. И мелким каналам наподобие моего очень тяжело существовать. Но если вы хотите, чтобы я чаще ездил и снимал для вас ваши любимые видео в новых интересных местах, вы можете помочь. Даже 50 незначительных в наше время рублей – это тоже помощь. Реквизиты вы видите у себя на экранах и в описании под этим видео. Имена тех людей, кто не остался равнодушен, я буду упоминать в каждом новом видео. А отчеты о потраченных средствах буду показывать у себя в телеграм-канале. Всем заранее большое спасибо.
что плохо здесь, это то, что повсюду болото. То есть изначально я планировал пройти вот здесь, но там не получится, потому что там везде вода, поэтому приходится ползти по крапиве. Тут тоже еще какой-то домик. Тоже полы уже сняли. Но вот печка, кстати, вроде бы как еще целая. Надо смотреть уже снутри. Если получится, то попасть. Так, а вот здесь вот, если вам видно, натоптана какая-то тропинка. Ну да, печка еще цела. Печка не старинная, не старорусская точнее, а уже более такая, ближе к нашему времени, обшитая металлом. Вот это вот был красный угол, там стояли иконы. Смотрите, друзья, икона еще сохранилась. Она бумажная. Просто ее уже всю это... Иссохла она.
Что ж, двигаемся дальше. А вот здесь вот сняли всю крышу, точнее потолок. Это, скорее всего, был какой-то погреб, яма. Печь уже разобрали. Скорее всего, вытаскивали из нее металл. Смотрите, шкаф со старинными вещами, когда-то эти вещи кому-то принадлежали. Сам шкаф еще таких советских времен. Смотрите, как раньше были низко посажены окна у домов, практически на уровень с полом. Ну и еще, соответственно, дом сам по себе осел, поэтому они стали еще ниже. Такой вот, друзья, домик. Какой-то сарайчик, ничего особенного. Дальше вроде бы домов нету. Вот еще один, друзья, дом, но он уже совсем разрушенный. Там внутри вон деревья растут. Смысла туда ходить и нету. То сейчас я направлюсь в другую часть деревни, посмотрю, что там.
Вот этот когда-то был бывший сельский магазин. Видно вон еще часы работы, вывеска висит. Да, магазин написано. Тут кто-то свое уже хранит. Тут целый погреб сделали. Мотоциклы стоят. Зерно, картошка. Ладно, не будем здесь долго ходить, а то, боюсь, кто-нибудь будет ругаться. А вы сами здесь сколько уже живете? Будем считать 72. 72 года? Да. Понятно. Это, получается, с самого рождения здесь уже живете? Ну, почти уезжал. В армии был, 10 лет в Саратове жил. 10 лет в армии служили? Нет, в Саратове жил 10 лет. А, 10 лет в Саратове. Жил. В армии. А вообще село лет 300 уже, да? Ну да, вот угу. Там же пахотные солдаты были, жили, им землю давали. Там земля понадобилась, им тут отвели, угу. А тут это несчастная машина, на лошаденке не наездишь. Вот Хрущи, там барин был, майор Хрущев, и угу. Николаевки барин, они лучшие земли хватали, вот они и перешли сюда, судились. Царица на их стороне была. А сейчас уже здесь практически все разъехались, да, наверное, уже почти никого и не осталось? Ну как никого? Вот сосед, он 66-го года, но он после инсульта. Следующего видели. Угу. Сынок он, посеет он. Замглавы вот соседка у меня, администрация. Здесь живет, да? Да. А администрация, получается, соседа, да? Николаев, да? Понятно. 12 дворов, в общем, осталось. Население, домов, это людей. А, 12 человек. Дворов-то я сейчас тебе посчитаю. Раз, два, три, я четыре, это пять. Там Сашка, Клавдия, только. 8 лет. Угу. Понятно. А чем здесь раньше вообще занимались? Ну как, какими? Сельское хозяйство, что везде. Все сельское хозяйство, да? Что везде. Поля, наверное, свои поля, тоже. Да, колхоз, ферма, вот до фермы-то не доехали, ее растащили все. Угу. Это как у всех по всей России. А магазин сейчас здесь есть вообще какие-нибудь? Нет, вот магазин был. Ты же ходил. Вот этот, да? Я смотрю, там кто-то его приватизировал уже, да? Все в Николае. Уже там сделали что-то под склад, там что-то ну, хранят там свое. У нас внизу погребат, затоплят, вода подходит. Там угу. Картошка вон сосед. Я там вон ходил, там вообще болотистая местность полностью. Ну она речка вот здесь была. Ну а сейчас уже нет, да? Она впадает. Ну как она? Ручей бьет течь, но бобры все перекрыли. Угу. В общем, сейчас ничего уже не осталось. Ни колхоза, ни совхоза, ни, людей, ни полей, ни людей. Вот и. Последних фермеров вот уничтожат, вот агрофирмы, что у вас там. И все и остальные люди разбегутся. Mm-hmm. Не только здесь, и других всего. Детей уже нет, наверное, никого, да? Здесь уже молодежи-то нет? Нет, вот у соседей. Он сын в агрофирме работает, а живет в Пензе, приезжает, у него двое маленьких детей. На лето, наверное, так погостить. Нет, они по выходным ездят. Понятно. Ему, Сережке, ему все равно. Тут у матери ночуть, туда приехать, с женой mm-hmm. ночуть. Положено. А там, я смотрю, дальше все дома заброшены, там дому 4, наверное, стоит. 3, да ну да, 4, эти вот мордой он один брошен, на нее никак не поделит. А это вот один, вот, пойдем к себе. Вот один закрытый там. Вот он закрытый, синий, что ли, цветом. А с остальных уже, смотрю, там и полы, а вот все остальные сняли. Там он стоит, ну вот, хотя, как вот, на Пасху, на память к отцу приедет, подъедет, а вот послал следующий. Стоит. Его мордой тоже тогда, отец он. Угу. С матерью стесняется, нечего стесняться. А ничего, ни клуба не осталось, да, ни такого клуб ничего? Стоит, вы же мимо проезжали. Клуб там стоял, он да? Он везде стоит. Но тоже уже разваливается, да? Ну да, мы все к нему мы не подходим, не знать, что там внутри. Понятно.
Все, я ничего нет, все, ничего, кончилось. Читал в этом, в интернете. На 2010 год перепись населения была. Здесь было что-то 60 с чем человек числилось. Ну, это, наверное, прописанный кто, может быть, еще плюсом? Тут прописанный сейчас 100 с лишним. Тут откуда по этим прописан. Это в 2010 году, да. Когда-то вот, вот в этом селе было где-то 650 домов. Когда-то? Да. Офигеть. 1600 населения. И куда же они все делись, эти дома-то? Все, все кончилось. Ну, раньше дома были вот так вот, вплотную же были. Вот, у меня родители говорили, живу с горк на сайте, с крыш на санках катаюсь. Ну, они маленькие, снег больше был, заваливал ее. Речка была больше. Вот. Да. Все делалось, людей было, он горел. Вот там, он там где-то стоял то ли масленка, то ли шерстобитка, как тут летом загорелся, и в ту сторону полностью сгорел. Там один дом на отшиле был, остался. Кладбище на бугре горели. Это в 23-м, 1900. Да, в 1923 году? Не в этом, в 23-м. Понятно. Вот. Ты говорю, поищи, поищи, там... Вот авторы Полубояров и Мошни. Они писали, да, обо всем? Да, об этом. Да, да. Ко мне вот приезжал, он сейчас умер. Он раз-два привозил. Я кому-то отдавал, он привозил, любитель этой штуки. Ну, сам отсюда. Я кому-то отдавал. Книгу, да? И все. И с концом. А кому, и сам не помню. А ни школы сейчас ничего нет, да, тоже? Нет, Николай школ там. Учеников 7 учат. Человек 15. А, это ухожу. Не церкви тоже ничего, да? Где это? Не сама церковь? А у вас там дело здание в центре. Суд там, с нашей церкви туда перевезли. А, тут разобрали? Ну да, это все в начале 20 века, после революции. Все, тебя зовут? Да, ладненько, спасибо вам. Ты чё, кем собираешься быть? Да, корреспондентом, да, каким? Снимаю у меня свой канал. Нет, ты снимаешь, но ты разговариваешь, тебе что-то получается. Ну, я уже 3 года занимаюсь. А звать тебя как? Александр. Александр, ну, меня а только. Вас? Ну, приятно. Ну, как-нибудь, может, встретимся. Может, как-нибудь еще приеду. Я не забуду, у меня память. Но... Хорошо, спасибо. Вот еще один домик, друзья. Сейчас посмотрим, получится ли туда зайти. Все очень тоже заросше. Тяжело ходить. Двор уже весь зарос, какая-то постройка была, развалилась. Вон там, вон, видимо, гараж. А вот в дом. А вот сейчас, возможно, и попадем. Видимо, заброшен недавно, потому что стоит достаточно новый счетчик. Весь обделан какой-то пленкой. Это даже
Я сначала подумал, что утеплитель, но нет, это просто какая-то пленка. И вот здесь была какая-то еще комната. Ну все, уже тоже вынесли, возможно, бывшие жильцы. Сейчас уже ничего и не осталось. Что ж, двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, что здесь. Тут уже все разрушено тоже. Очень жаль, что не остается ничего из старинной мебели. То есть ни каких-то столов, стульев. Икона. Еще один домик, друзья. Тоже уже ничего, друзья, нету в нем. Удивительно даже, что еще не спилили вот эти вот железные трубы отопления. Видите, какая труба мощная. А здесь вот вообще какой-то подвал или погреб. Ну да, скорее всего, был погреб. Хранили, наверное, какие-нибудь соленья, закрутки. Как-то так.
придворных построек уже нету. Все обрушилось. Вот какая-то труба торчит. Наверное, что-то было там. Сейчас уже все в землю ушло. Еще один дом, друзья, в очень тоже плохом состоянии. Все. Крыша, все обвалилось. Очень печально смотреть на все эти дома в таких вот деревнях, потому что ну просто представляешь, что здесь когда-то действительно жили люди, работали, учились, а сейчас уже все вот так вот все разрушено и уходит в небытие. Что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписаны. Сегодня вы в очередной раз вместе со мной побывали вот в такой вот заброшенной деревне в глубинке нашей необъятной России. Всем пока!